Всем привет! Давайте сегодня я вам расскажу, как сделать вот такие нарды для ЧПУ. В принципе, с ЧПУ я мало знаком, но, возможно, примет агрегат такие работы, которые я предлагаю вам к рассмотрению. Вот так вот выглядят нарды, которые предлагают уже с ЧПУ сделанные вот такие вот модели. Нам понадобится вот такая БМП-заготовка и вот такая БМП-заготовка. Это вот нарды. Их, эти заготовки можно найти в интернете. Вводите БМП и картинки смотрите. Или то, что вам нужно, там, допустим, нарды, допустим, там узоры и так многое другое. Там очень много всего есть. Давайте поехали, расскажу. А, кстати, забыл сказать, что нам еще понадобится. Понадобится еще вот такая текстурка дерева. Вводите текстура дерева без швов. Со швами, в принципе, смотреться может будет и красиво, но я выбрал без швов. Давайте зайдем теперь посмотрим, что у меня получилось. Получились у меня вот такие вот нарды, еще без фишек и плашек вот этих вот боковых, верхних, нижних. Вот так она выглядит. Вот такая стала работа. Как раскрашивать, не буду объяснять. Есть видео, как раскрасить модель. Рассказывать, как выбиралась вот это вот, выбирался паз, тоже не буду. Сейчас будет следом видео ускоренное, вы его посмотрите, и вам, надеюсь, будет все понятно. Единственное, что хотел я объяснить, что нужно сделать. Вот у вас будет вот такая заготовка, вот так она будет выглядеть. Вам нужно будет ее сначала перевести Make Polymesh, потом сделать Dynamesh. Вот Dynamesh. И ставьте где-то, ну, 500, можно 600, у кого движок хороший на компе, ставьте больше. Вот у меня модель полностью две половинки и собранная вместе занимает 634 1 227 000 полигонов и 634 там с половиной весит нормально. Полигонаж можно уменьшить. И вот после Dynamesh'а вы вот это все обрезаете. Кстати, вот этой кистью Trim Curve и делаете ее вот ровной. Не ровной, кстати, а вот фигурной. И резать, когда будете, уменьшайте ее вот так вот. И режьте понемножку, еле касаясь, чтобы рисунок не нарушить. Вот тут так, вот так. И потихоньку обрежете. Все. Что хотел сказать, сказал. Смотрите дальше видео. Ставьте дизлайк или лайк. Подписывайтесь. Все, сразу говорю всем пока, до свидания.